Всем привет, с вами Андрей, вы на канале «Рабочие будни в Германии». Сегодня мы на даче, у нас выходные, следовательно, мы приехали всей семьей. Жена, дети, теща, Сергей, я, мы все здесь. Но снимаемся только я и Сергей, наши женщины в нашем проекте сниматься не хотят. Так что мы уважаем их право, и в кадре будут только я и Серега. Сегодня мы варим уху на казане. Сейчас вам покажу. Вот такую мы сделали с Серегой. Это было, наверное, года 2 или 3 назад. Но это как очаг, ну, по-русски сказать. Здесь, в принципе, все очень легко и просто. Я обварил вот такой железный квадрат, поставил сюда. Здесь я закинул мелкую гальку, то есть для теплообмена, так, и потом я поставил кирпич вокруг. Единственное, что за 3 года, вот вы видите, надо уже подделывать, вот эти швы я заделывал цементом, и они лопнули. Вот это придется переделывать, ну как время будет. Ну плюс для усиления я обварил вот такой уголок, сделал. Принцип очень простой, я вам покажу сейчас. Если вечером хочется посидеть при хорошей погоде и немножко костер пожечь, вот эта сетка, она таким образом снимается. Вот ручка, ты убираешь эту сетку. Ну, она убирается, просто давно не убирали. Сейчас. Так. Во, видите как? Все у нас. Ну, это немножко прикипело. То есть эта сетка убирается туда. Можно положить дрова. Так. Туда ложатся дрова. И здесь как просто костер. Второй вариант. Ставится сетка, как сейчас. Сюда мы ставим вот такую чашку. Так. В принципе, можно и так оставить. И теперь мы сегодня будем готовить на казане. У нас есть еще такая установка. Тоже я ее сам сварил. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Сама установка простая. Сварил я из кусков железа. Тут очень все просто. 2 навеса, подача дров. Так. А здесь вот это отверстие ставится большой казан на 12 литров. У нас их 2. Первый это чугунный, второй алюминиевый. Вот. Мы хотим сейчас на алюминиевом сделать уху, и вот я должен подумать, потому что алюминиевый чуть поменьше. Мне надо будет какие-то здесь поставить железные прутья, чтобы он не провалился. Ну и отсюда идет дым. Теперь мы что? Дрова, и можно потихонечку разжигать костер. Ну а вот и Серега. Всем здрасте, ну и что? Да. Две подставки. Сейчас сделаем подставочку. Я думаю, что. Может, легче тот почистить. А он сильно грязный. Ну, вот, надо это хорошо. Хотя бы это. Ну что, у нас экстренно, так как алюминиевый казан наваливается, сейчас быстренько я буду наваривать вдруг. Ну, это буквально, надеюсь, 10 минут займет. Пусть я вот такой зажим купил хороший. Мне надо как раз вот эти 2 части вместе соединить, чтобы они держали. Так. Хороший зажим, говоришь? Да, хороший. Но это еще у меня есть другие зажимы. Оп, Серега. Погнали. Глаза закроешь. Что такое? Ага.
короче, я сварщик-любитель. Не судите меня строго, потому что научился варить вот в свободное время от работы, варю на даче. Вот я такой круг сварил. Ну, это, знаете, это то, что я нашел. Сегодня у нас выходной, и мне надо было срочно, чтобы вот поставить хотя бы вот так. Получилось. Ну, может быть, дым будет отсюда идти, но это просто, знаете, это вот, когда тебе надо варить уже готовые все продукты, да, мне только осталось разжечь. Это я так сделал. Потом можно, конечно, покрасивее все сделать. Вот так получилось. Все, начинаю я костер теперь разводить. Разобрался с этим кругом. Можно спокойно. Так, ну а что у нас тут? Осадки. Да, осадки у нас хорошо идут, видите? За 2 недели процесс пошел, зажигая от лучины, как учили меня мои бабушки. Я мешаю, а Серега стоит, пироги ест. Ну как так? А где мой пирог? Посмотри, правда, перевод рыбы вельс на русский. А то мы тут готовим, говорю вам название все. Люди же смотрят в разных стран. Процесс заклада дровишек идет. Подержать. Хотел подержать, я вот сделал палочку. Немножко закинем тогда, чтобы суп уже закипел. Все. Стопку водки наливать. Серега вот мне говорит, что это не уха, так как в уху надо что сделать? Горелую березовую чурочку. Сейчас у меня, он сам расскажет, давай. Ну я как не рыбак, но просто знаю, сами делали, что в уху рис не добавляют. Да. Не добавляют. Не добавляют. Не, да, не добавляют. А полено туда добавляют или? Полено горелое, березовое. И стопочку водочки. Тоже внутрь? Конечно, суп. Понятно. А потом можно есть и пить с водочкой. Не, ну вкусно, да. Мы пару раз так делали. Да, Палыч? Было очень вкусно. Все. Ну вы поняли, значит, у нас это идет просто рыбный суп. А, рыба. Сом. Чтоб вы знали. А я рыбный суп не варю, я только помогаю. А так у меня основная моя работа, так называется. Пробую успеть дверь доделать, чтобы уже можно было высадить саженцы. Друзья, товарищи, рыбный суп готов. Рис, сом, кусочки мяса. Да, я слушаю, Серега. Ну что ж. Мне доверили ответственный момент, я боюсь. Ты так коза не урони. Да, чтобы ты не урони. Руки трясутся. Несем аккуратненько. Мне надо, главное, смотреть под ноги. Слушай, что-то мне так кушать захотелось. Посмотрите, какая у нас подставка есть. Специально подходит под казан. Все. Все, суп готов, рыбный. Пробуем. И отдыхаем дальше. Всем приятного аппетита. Смотрим канал, подписываем. Печку убираем. И аккуратненько можно все закрыть. Это черепашек ниндзя. Да, это наточить вот эти, да, и бросать такие кольца. Злых соседей. Так. Может быть, ее пока опустим в сторону, поставим. Я еще. Ну давай, ну все. Вот эту крышку. Так раз сюда. Закрыл. Угли там дойдут, остынут. Потом открыл на следующий день или в следующий раз. Кочергой все. Или лопаткой вытащил, выкинул их все. Практично. То есть вот так я хотел показать, лайк, палец вверх.
супчик поели после супа. Кофе. После кофе я доделал дверь. Конечно, еще не полностью сделал. Ну, можете посмотреть. Это уже. Ты уже все, да? Вот Серега уже домой поехал. Давай, Серега. Приезжай почаще. Хорошо. Ну, вот. Осталось сделать небольшую такую, чтобы дверь закрывалась. Ну, так, символический какой-нибудь засов или там шпингалет. И все на этом. Так что, ну, это уже будет в следующий раз. Плюс надо еще форточку сюда поставить. Так что, друзья, давайте прощаться. Суп был вкусный. Смотрим новое видео, пишем комментарии. И до новых встреч, нового видео. Всем пока.